Здравствуйте, ребята! Сегодня 3 октября 2001 года. Ровно 2 года тому назад я начал снимать ролики и стал я блогером. И первые съемки у меня были. Снимал сизых. В прошлом году тоже 3 октября я сизых снял. И сегодня тоже снимаю опять этих прекрасных голубей. Вот он мой старый самец. Его дед у меня был. Лет тому назад. Здесь, ребята, вот эти братья, вот этот и вот этот, но в углу который это постарше. Ребята, здесь у меня сизые. Есть тбилисские, которые я давно держу, и моздоки. Вот сразу видно, что моздок, да? Видите? Маленькая голова, маленький клюв. Заметно сразу. Ну, в линьке. Понимаете, в этом году поздно линька идет. В прошлом году раньше закончилось. Когда я 3 октября снимал, у них линька почти законченная была. Сейчас многие опять головки у них линьки. Вот эта старая самочка тоже моя. Светлый. Посмотрите, какой. Редко такие самки светлые есть. У нас, я имею в виду. На Северном Кавказе, наверное, есть у ребят. Много. Ребята, здесь у меня маточное поголовье. Все, абсолютно. С этого года здесь ни одного нету. Я просто так решил, сниму маточное поголовье, а потом сниму тех, которых я в этом году получил. Вот, ребята, я вам, вот это тоже мой старенький. Вот то, что я имею, ребята. Для вас снимаю, кто сизых любит. Вот от этих получил то, что я следующий кадр сниму и вам покажу молодежь. Все от них. Здесь есть некоторые экземпляры, с которых я еще не получил. Недавно мне это прислали 2 штуки. Вот у моих какие головки, ребята. Глаза какие. Вот один, вот сзади второй брат. Вот это же тоже ихняя сестра. Ну, дальше тоже моя. Просто я давно держу. Вот этот
молодой. Одну пару я от него только взял. А вон там, там Руслан Беговский. Вон он, я показываю. У него сейчас голова в линке. Кажется, что у него маленькая голова, но нормальный. Но с моими она не приходит. Вот посмотрите сейчас у него какая. С башка. И у этого тоже. Ну, держу, размножаю. Будем добиваться все лучше и лучше получать. Вот то, что я птенца показал вам, хороший птенец, там и многие ребята, минутный ролик, то, что я поставил, многие ребята смотрели, вот этот, от него. Моему земляку еще пару я подарил от него. В следующем кадре покажу молодежь. Вот, ребята, это уже молодежь. То, что я получил в этом году. Здесь получились дригуны очень много. Почти все дригают. Вроде маточной поголовья много было, но сизы здесь мало. Потому что они не и белясых, ереванок тоже давали. И потому сизы... Не так много. Но хватает. Я много раздал еще ребятам. Вот видите, от на моих старых, какого цвета я получил. Самочка она хорошая будет. Вот сразу различается. Вот моздок. Да, а вот мои, от моих старых.
вот эта самочка. Почему-то, который двигает, все спиной поворачивается. Ну вот одного я получил. Косачубы мы его называем. Неполный чуб, маленький чепчик на голове. Но головка у этого птенца очень такой большой. Когда большим голубем станет. Голова мощная у него будет. Погнал весь молодежь. Не хочет никак. Придется. Вот сейчас ребята с ними внизу. Сверху и лох не видно, и все. Обычно мне говорили, когда ты на лохме будешь работать. Лохме сделать, ребята, это не проблема. Раз, моментально. Ход одного с большими лохмами споруешь и все. Самый главный голова, череп. Смотрите, какая самочка у меня будет. Как я его уважаю. Гладкая, симпатичная. Лохми не в тарелке. Не очень на маленьких. Не маленький, клюв очень гладкий. Вот когда у меня ребята спрашивают, я всегда говорю, что цвет на сизого очень многое зависит. Будто ничего, а смотрите, какая она гладкая. А вот посмотрите на него сейчас, близко, если посмотрите, ну, спина у него какая грязная в точках. Разница же есть, ребята.
У моего канала сегодня юбилей, ребята. 2-й год я уже снимаю. Вроде грузинскую. Грузинских голубей, то, что мы держим, я вам показал почти. До конца еще все мы не смотрелись с вами, потому что вот этот коронавирус очень мешает. Самому, понимаете, неудобно приходить каждый раз. Я же в семье должен прийти, голубей дома держат люди. А болезнь это такое, что надо дома сидеть и меньше общаться с друг другом. Вот и приходится выполнять указания врачей. А то бы у нас канал еще веселее было бы. Потому что я вам раньше говорил и повторяю. Грузию однообразную птицу, ребята, не держат. У всех разные. Вот первая линька у этих молодых, да? Вот годовалую линьку на следующий год, у них уже будет годовальная линька. Вот эти голуби совсем другими станут. Опытные голубеводы все отлично знают эту птицу. Сизая птица почти в каждом республике есть. Вот эти лохми, большие лохми, я получил от моздоков. Я просто этим вам доказал, что лохми делать это не проблема. Сколько у меня? 3 штуки моздоки, а у меня много этих сизых своих. Моментально я сделал им лохми. А вот поработать на цвет глаз, на голубки, сложнее. Я не говорю, что недостижимо, но все-таки. Ну что, ребята, я вам показал то, что хотел. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки для укрепления нашего канала. Пишите, что вам нравится, что не нравится. Раньше ребята писали, пойди к этому, пойди к тому. Я и выполнял эти просьбы ребят и в Грузии. По Грузии ездил, снимал. Повторяю, сейчас чуть затрудненная. Но ничего, вроде все будет нормально. Человек живет надеждой. Всем пока, до свидания. Будьте здоровыми, как всегда я вам желаю.